Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня 22 октября, и мы вот находимся в теплице, где у нас растут томаты. Вот маска чем хороша? Вот она хорошо опылялась, вот жаркий период, посмотрите. И вот, пара, два, три, шесть плодов здесь. Здесь идет вот здесь, вот тоже шесть плодов. Кисти вот идут и дальше, вот здесь вот кисти идут, вот по шесть, и она доверху так, она нормально это опыляется. Ну, что хочется сказать про этот гибрид, посмотрите этот, какой цвет насыщенный у этой маски. Он прям аппетитный, красивый красный цвет, и у него вот эти огромные лепестки, вот, посмотрите, зеленые, красивые, прекрасные. Цвет томата, но это томат среднеплодный, поэтому они такие крупноплодные и чересчур не будет. Но для многих клиентов, допустим, этот гибрид пользуется большим спросом тоже, это потому что вот за килограмм можно, допустим, 5, 6, 7 плодов будет, если на килограмм люди покупают. И вот такой небольшой, где надо резать немного плодов, поэтому, ну, спрос тоже хороший. Очень хороший гибрид и по цвету, и по вкусу, и плотность у него для транспортабельности, кстати, тоже подходит, очень хороший. Она хорошо плодоносит. Томаты стали радовать. Вот томат маска, да? Как я вам говорил, это среднеплодный томат. Вес его средний идет 150-180 грамм. Но что в этом томате хорошего? Да? Смотрите, какой у него цвет хороший. Цвет у него обалденный. Пожалуйста, хотите, можно так собирать, хотите, можно так собирать, как хотите. Но шикарный цвет. И чем он хорош, он очень быстро зреет. Сейчас, наверное, вот по массе, да, вот если так по грядкам мы сейчас смотрим, ну, наверное, просто он еще и отчасти не спелый, да, он идет очень хорошо. Мы видим, хорошо пылился. Смотрите, какой у него хороший чашелистник, да, если вот с чашелистником. То есть, потому что, ну, кто-то любит собирать так, я вам показываю так, вид хороший. Кто-то любит собирать так, да, его можно собирать и так, и так. То есть, это очень удобно. Потому что есть рынки, где отводят надалеко, и вот у него, видите, можно спокойно так собирать. Если надо вот так, чтобы на местный рынок и красиво, знаете, какой чашелистник, да, шикарнейший. Мы видим, да, то есть в каждой кисти, вот мы здесь два забрали, в среднем у него по 5 помидоров, завязывался он очень хорошо, все кисти опылились. Томат шикарный, вот видите, да, где даже 6. Там, где, если вам надо покрупнее, конечно, то все-таки желательно на этом томате оставлять плоды 4. Но изначально все-таки этот томат среднеплодный, и там на нем надо работать 5-6 помидоров. Я считаю, размер оптимальный для осени. Осенью помидоры, есть регионы, где, конечно, любят покрупнее, но в данном случае вот это считается эталонный размер помидора. По состоянию растения, растения, смотрите, сильные. Уже, в принципе, мы только недавно макушку прищепили, но еще цветы еще остаются, он будет опыляться. Вот видите, там цветы у нас дальше еще идут. Тут еще доопылится, ну, где-то, я так думаю, это сколько? Сейчас там кисть у нас до конца еще... А, еще одна кисть есть, да, это где-то у нас еще дней 10 минимум опыление будет происходить. И, соответственно, потом все это будет. То есть, что пока о маске можно сказать? То есть, если вас устраивает плод 160-180 грамм, вам нужен красный помидор, хотите с чашелистником, хотите без чашелистника, да, это шикарный помидор. Он хорошо наливается, он достаточно сильно сильный, устойчивый. Не болеет, устойчив к вирусу ТЛСВ, к ладиспариозу, то есть у него хорошая устойчивость есть. Ну, пока, в принципе, по томату как бы только, главное вот калибр, да, то есть, ну, кому какой нравится. То есть, если размер 160-180, помидор шикарный, хорошим цветом, и он очень хорошо и рано дает. Thank you.